Всем привет, друзья, с вами Викс, и начинаю я играть в игру The Crust. Я давно смотрел за новостями по этой игре, мне очень нравятся такие игрушечки, стратегии. Вот, игра, насколько я понял, напоминает чем-то Factorio, ну, не знаю, насколько, но тут нам в отличие от Factorio, хотя примерно так же, нужно развивать свою какую-то базу на Луне. Вот, ну и, соответственно, добывать ресурсы и цепочки производства выстраивать. Так, что, пожалуй, начну. Так, обучение, сюжет, песочница. Ну, так как я не играл, давайте с обучения начнем. Посмотрим, что можно, чему научиться-то тут, собственно. Так, VSD, навигация, QE, камера. А ну, это стандартная для стратегий. Все, загрузился. Окей. Это видяха 100% загрузка. Это при записи. Самое главное, без записи игра где-то 50%. Че, так запись много жрет? 100% видяхи. Это такое. Не очень. Тут новые драйвера, что ли, обновил? Пошла такая жара. Либо что? Непонятно. Ну ладно. Прикольно, прикольно. Меня всегда радовал космос и освоение новых планет, потому что, ну, это на самом деле очень интересно. Эх, жалко, люди в действительности не летают никуда. Не осваивают новые планеты, астероиды, такие, не знаю, галактики, блин, это вот все куда-то уходит, войну, какую-то коррупцию, деньги, чтобы здесь и сейчас нажраться, и, не знаю, и все. Вот если, ну, не знаю, осваивать вот эти планеты, ты можешь триллиарды, там, не знаю, бабла иметь, мне кажется, и потом очень быстро. Но нет. Занимаются непонятно каким непотребством. Входящему соединению, пожалуйста, укажите свои намерения. Прием! Элис, МТ Логистик. Мы получили разрешение и подписали контракт с мистером Хэллоуэем на добычу и производство в указанном секторе. И прикольная, мы здесь, игра чтобы на русском, приступить к работе в соответствии с графиком. МТ Логистик для Элис. Нас не проинформировали о вашем раннем прибытии. Мы только что завершили строительство лифта, чтобы обеспечить вашим дронам доступ к подземным модулям. Вся доступная электроэнергия сейчас направлена на зарядку аккумуляторов, чтобы подготовиться к ночи. Так что мы не можем направить энергию к лифту прямо сейчас. Вам, солнышко, лучше оставить ваших бурильщиков на орбите на следующие 2 недели, и вернуться с восходом солнца. Мы прибыли точно в срок. И ждать следующего утра на Луне означает 14-дневный простой. Это совершенно неприемлемо. И может стоить нам всего контракта на добычу. Нужен план получше. И да, лучше Элис, а не солнышко. Элис. Так, проверил запись. Вроде нормально записывает. Это хорошо. Мы прибыли точно в срок, и ждать сижу. Это не солнышко, так, окей. Поехали дальше. Директор, добрый день. На связи ваш первый директор. Заместитель Элис. У нас возникло небольшое недопонимание, но я уже этим занимаюсь. Для начала проверим качество связи. Нажмите это диалоговое окно, если слышите меня, и мы продолжим. Связь есть, это уже хорошая новость. Дайте мне пару минут, и я получу разрешение на посадку. Вы пока можете осмотреться. Уверена, с вашей орбитальной станции открывается отличный вид на Луну. Конечно, тут какие-то ресурсики у вас идут. Поехали. Ну так что, Роберт, мы договорились?
Так, осмотреться. Переключение QE. Получить разрешение на посадку. Как получить разрешение на посадку? Еще раз повторяю. Простой целого комплекса на 2 недели будет стоить мне работы и очень дорогого судебного иска. Мне не важно, кто вы. Звоните хоть Хэллоуэю. Но ваши игрушки отдыхают до восхода солнца. Свободного электричества у нас сейчас нет. Послушайте, Роберт, кажется, мы с вами неправильно начали. Наши дроны изначально разрабатывались как автономное оборудование для строительства и ремонта. А необходимые ресурсы мы привезли с собой. Дайте разрешение на посадку, и мы решим вопрос с электричеством сами. Так вы получите больше солнечных панелей, а мы — свои игрушки на 2 недели раньше. К тому же наши дроны смогут обслуживать уже готовые панели. И я прямо сейчас доложу мистеру Хэллоуэю о нашем успешном сотрудничестве. Мы договорились? Хорошо, Элис, я даю вам разрешение на посадку. Смотрите, чтобы ваши модные дроны ничего тут не поломали. Конец связи. Какой-то этот доверчивый мужчина. Да, вот тут собирает, что ли, собственно, что грузовик. Директор, ваш выход. Разрешение на посадку получено. Покажите этому Бобу-строителю, что мы можем справиться с ситуацией. Ух ты, ресурсов прикольных. И что мне сделать надо? Капсула прибыла. Выберите место для посадки капсул недалеко от шахты лифта. Для этого нажмите на уведомление в левой части интерфейса и укажите подходящее место. Директор, ваша задача обеспечить добычу и переработку ресурсов в нашем технопарке в море спокойствия. Сейчас он напрямую зависит от поставок извне. И если вы решите эту проблему хотя бы частично, мы обеспечим вас контрактами на годы вперед. Я лично поручился перед советом за вашу миссию. Не хотелось бы отправлять вас домой ни с чем. Лучше помогите мне убедить этих старых снобов в том, что вы перспективная команда и за вашими разработками будущее. Конечно, мистер Хэллоуэй. Директор и я очень признательны за доверие. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и приложим все усилия, чтобы этого добиться. Будьте уверены. Чтобы начать работу, выберите в панели строительства нужные модули и разместите их голограммы на поверхности Луны. Дроны выполнят все строительные задачи самостоятельно. Ну, это классно. Директор, разместите голограммы солнечных панелей на выделенных местах. Наши дроны сами возьмут необходимые ресурсы и начнут строительство. Окей, так. Прокладка кабеля. Мало солнечных панелей. А, вот это средний солнечный панель. Так. Понатыкаем солнечных панелей. Так, дроны, поехали. Потащили, потащили. Прикольно, что они могут под этим ездить. Под конвейерами. Это плюс. Так, ну и что, они строить-то будут? Или они просто сюда ресурсы свозят? По одному ресурсику. Сколько же надо дронов? Построить солнечные панели. 4 штуки. Окей. Кстати, вот есть как-то меню? Подождите. Опять нельзя настройки загрузить. Не, задание почитать. А, вот журнал. Так, отправная точка. Вот это мне и нужно было. Чтобы потом название видео написать, чтобы было понятно. А, она и тут пишет, что вот она точка. Окей. А, можно, кстати, ускорить, что мы сидим-то ждем. И скинем. Давай. Дрончики. О, гляньте, как полетели. Опа. Е-е-е. Прикольная солнечная панель. Вот такие продавались бы, чтобы реально сами следили, поворачивались на солнце. Я, мне кажется, такие уже есть, наверное, где-нибудь.
Так дома поставлю несколько штук, и все, у тебя халявное электричество. Но там настраивать, а окупаемость будет такая сомнительная. Но тем не менее, как запасной вариант, почему бы нет. Мне кажется, они не окупаются вообще, солнечные панели. Если в доме использовать. Стоимость на панельки одной, насколько я знаю, 1070, наверное, 100. Такой вот нормальный. Когда она окупится? Да никогда. Так еще она пойдет в негодность, прежде чем окупится. Плюс аккумулятор и все остальное оборудование. Смотрите, они и правда их построили. Ха, неплохо для начала. Элис, вы слышите? Удивительно, но ваши дроны недурно справились. Намного быстрее, чем я ожидал. Вся энергия с этих панелей пойдет вам, но если хотите работать в ночь, то сейчас нужно позаботиться о ее сохранении. Для этого вам понадобятся аккумуляторы. Сейчас еще, наверное, 4 аккумулятора надо построить. Спасибо за непоколебимую веру в наши возможности, Роберт. Надеюсь, вы убедились в том, что мы знаем, что делаем. А теперь наши внезапно эффективные дроны займутся постройкой аккумуляторов. Директор, он абсолютно прав. Ночь на Луне — это почти 14,5 земных суток без Солнца, и нам действительно нужны аккумуляторы. Постройте 4 штуки рядом с солнечными панелями. Окей. Шеф, начальник, шеф. Так, аккумуляторы. Окей, строю. Повернуть. Было все четко. Понеслась. Так, и ускоряем. А, так вот, почему они сказали, тут надо это самое ставить было. Чтобы они быстрее таскали. Непонятно. Ну ладно. Опа, ночь наступает. Журнал. Кто последний везут? Давайте. Так, и построить зарядную станцию. Так, зарядная станция. Где? Тут? Давайте, стройте зарядную станцию. Тут у них вообще понты энергии осталось. Сейчас, мне кажется, дроны сдохнут. А что стоят? Электричество еще ноль, да? Ну что ж, строить ваши дроны и правда умеют. Теперь воспользуйтесь инструментом прокладки проводов и соедините между собой солнечные панели и аккумуляторы. Так. Такс. Только запитать лифт, и у вас будет доступ на нижний уровень. Перейдите в режим коммуникаций и выберите инструмент прокладка проводов. Для быстрого доступа к теперь, когда все работает, пора заняться делом. Переключитесь на подземный уровень. Чтобы это сделать, нажмите Tab. Ага, лифт запитал.
Отлично. Чтобы начать добычу, постройте модуль конфигурации дронов. Лифт передает энергию с кратера на подземный уровень. Об этом не беспокойтесь. Окей. Так. Журнал. Журнал. Давайте пока паузу нажму. Так. Отправная точка. А, это все еще отправная точка есть. Идем вглубь. Окей. Так, ну интересно, на самом деле, я ж заинтересовался. Построить модуль конфигурации дронов. Вот это что ли? Конфигурация дронов, да. Так, поехали. Так. Ну что, вы заезжаться-то будете, не? О, подзарядился. Так, дроны поехали. Даже мне интересно, кстати, как они там. Во, ну-ка. Давайте идти сюда. Оп. Все подзарядились? Не, все еще не подзарядились. Или электричество можно? Так, приехали. Еще два. Отлично. Начали строить. Теперь подключите его проводом к лифту, чтобы запитать электричеством. А как провод, кстати, удалить? Стоп. А, о, удалить провод. Оп. Что я подключил? Что? Простите мое любопытство, но как вы собираетесь добывать лунный реголит роботами-грузчиками? Я, конечно, не эксперт в робототехнике, но пока вопросов больше, чем ответов. Отличный вопрос, Роберт. И я с удовольствием, конечно, на него отличный. Отвечу, но для начала мне надо кое-что закончить. Модуль конфигурации дронов позволяет переоснащать до 5 рабочих дронов в дронов-бурильщиков и обратно. Так. Четыре дрона нужно переделать. Оп. Теперь поручите дронам выкопать зону в 50 стандартных единиц. А я пока поболтаю с нашим любопытным Бобом. Ну, давайте. Чтобы приказать дронам начать раскопки, выберите инструмент выделения и отметьте зоны для добычи. А дроны-бурильщики сделают все остальное. Это регионы. Я понимаю, если они показывают по кругу, надо начинать по кругу. Теперь прям до хрена 50, мне кажется, да? 24 еще. Офигеть, сколько тут надо копать. 39. Ай. Я понимаю, это разные цвета, это разная руда, что ли? Разный слой. Давай. Все. Да, отлично. Так вот, Роберт, отвечая на ваш вопрос. Наша компания уже более 10 лет предоставляет услуги в сфере ремонта и обслуживания робототехники и добывающего оборудования.
Мы занимались разработкой и обслуживанием технологий для лунной добычи вместе с первыми промышленными экспедициями на Луне еще до постройки космического лифта и полномасштабного освоения человечеством Луны. И я рада сообщить вам, Роберт, что, аккумулируя наш богатый опыт, мы смогли разработать и реализовать технологию мультифункциональных дронов, которых можно переоборудовать под различные задачи. Я достаточно подробно ответила на ваш вопрос? Или нет. Стоит выслать набор материалов для ознакомления? Высылать, специально для по-любому. Вас могу добавить туда набор с раскрасками, чтобы вы могли скрашивать досуг на рабочем месте молча. Окей, окей, Элис, намек я понял. Вы занимаетесь своим делом, а я не лезу без надобности. Кстати, от раскрасок не откажусь. Отличный сувенир детям. Мне... Понятно, в общем. Директор, я в курсе, что со мной порой непросто, но ваша Элис тоже молодец. Напоминает мою бывшую жену. Мы все еще на одном канале, Роберт. Так вот, что там с раскрасками? Пришлю вашей жене вместе с цветами. От мужа она вряд ли их увидит. Обучение завершено, директор. Вы успешно завершили обучение и можете продолжить сюжетную кампанию, либо перейти в главное меню и выбрать другой режим. Ищите баланс между выживанием и освоением. Экспериментируйте с различными стратегиями и ведите нашу колонию к успеху. Мы рассчитываем на вас. Ну что, друзья, на этом я буду серию заканчивать. Обучение прошел. Теперь я супер-пупер чувак, который знает, магиот практикует. В следующую серию, соответственно, пойду сюжетную кампанию проходить, наверное, а потом уже в свободный режим можно будет поиграть. Я думаю, в сюжетке много чего подскажут, научат тоже, потому что, ну, обучение такое, конечно, себе. То есть основные основы показали, а дальше нужно уже будет самому. Поэтому на этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео. Можете написать ваш комментарий, как и что вы проходили. Ну, в принципе, тут особо пока нечего писать-то. Вот, ну и между делом, можете зайти на наш сайт, друзья. Всем удачи, всем пока.